Что дальше? Также нам пришел тостер. Какой-то необыкновенный. Это нижняя херня? Это верхняя херня. Ой, херня. Это просто силачка. Вот такой она обещает быть красивой. Силачка просто. Красивый? Да. Хочешь, я угадаю, как называется цвет? Сколько же гарантия? Посмотрим. Какие-то коды, шифры. Какой-то квест. Да. Итак, гарантия у этого аппарата 5 лет, как написано на коробке. Я видела. Документы только не заполнены. Ну и какой, да? Все, мы электризовались хорошенько. Дай-ка мне вот такую. Вторую часть дай. Что ты хочешь сделать? Нет! Не выношу. Все. Красота, вот какие-то штучки. Что это? Я вообще не люблю запчасти ко всяким гаджетам, потому что их ты надо не мыть. Пользуешься вообще никогда. Что блин, это? Вот так вот вспомнить. Кунать в тост? Как-то вот так делать? Я посмотрю. Смотри, она еще открывается. Можно там это мясо жарить, может, на барбекюшницу похоже. Может, это для фри картошки? Нет, для фри вряд ли, а вот мясо сюда можно вложить. Интересно. А знаешь, есть такие тостеры прикольные, они жарят с такими смайликами. Нет? Вот так нет? Фу. Слишком дешевый тостер, чтобы еще со смайликами жарить. Так. Чего? Давай его поставим сразу красиво. Барбекюшница шла бонусом. Артисан, ты видела коллекция артисан? А вот этот другого цвета, не цвет чайника. Принеси чайник. Не надо что чайник. Ни того и ни того. Не будет у вас красиво, ну и ладно. Нет, должно быть красиво. Ну как тебе? Ну как еще одна канистра. Мне нравится такой ретро. Ну, наверное, на кухне все вместе будет смотреться гармонично. Давай, такая образец. Ну, тоже должны. Давайте. А какие тут функции-то тостер? Какие там тостер и барбекюшница. Кать, что за разморозка хлеба, что за фигня? Кто замораживает хлеб? А кто его потом размораживает? Если уж так и получилось, сразу выкидывать, по-моему, надо. Русский, 220... А, нет. Правда, странный тостер, на тостер аж 4 кнопки, одна вигалка какая-то, рычажок. Алый, это решетка для сэндвичей. Входит в обе модели. Есть еще вторая модель такого тостера, у которого 4 деления. 4 отделения. У нас 2. Так, ну что, включаем? 2. Ты видела, как красиво? Подожди, это ты ударил или он так взорвался? Нет, это я. Смотри, видела? Он тоже так светится классно. А вот такая вот, чик, опускать хлеб. Где она? Рычажок такой должен быть, нет? На всех тостерах. Ну, наверное, это кнопка. Так, здесь есть говорящая инструкция. Давай, включайся. Play. Пиу. Смотри, первая кнопка. Функция для приготовления бейглов. Что это? Вообще ни одной мысли. Что такое бейглы? Ну вот и я не знаю. Что такое бейглы? Есть какая-то информация? Google. Вот смотри, ваш тостер может поджарить бейглы.
Круто. При оптимальной температуре в течение нужного времени для получения наилучшего результата. Такая, приходишь в ман, говоришь, дайте мне бейглов, пожалуйста. Нагревательные элементы тостера поджарят внутренность разрезанного пополам бейгла, и в то же время внешняя поверхность продукта не пригорит. А смотри, бейгл это какая-то... Булочка, типа. Функция размораживания. Тоже какая-то так себе функция. Я, прикинь, вот, например, курицу туда ешь. Я, например, не замораживаю хлеб. Функция размораживания. Ваш тостер имеет режим размораживания, с помощью которого можно разморозить и поджарить замороженные тосты. Данный режим следует использовать только для замороженных продуктов. Итак, следующий режим. Это, кстати, вот эта решеточка. Это функция для приготовления сэндвичей. А для обычного тоста есть функция? Это последняя кнопка. Функция приготовить, отменить. Он что, не жарит тосты? Вот он жарит бейглы. Будет жрать бейглы. Размораживает тосты. И приготавливает сэндвич. А интересно, когда нажимаешь кнопку, эта решетка все-таки опускается, потому что тут нет такого вот, ну... Подожди, ты включила его в розетку? Да. Во, пошел процесс. Чё, опускается. Пошёл? Ой! Тащи хлеб, чё сидишь? Смотри. Тащи бейглы, чё сидишь? Я принесла хлебушек. Нет тут режима такого поджарить хлебушек. Есть. Нет. Есть. Чего есть? Вот. Какой ты режим выбрала? Тост. Приготовить тост. Это не тост. А что это? Это батон горчичный. Я не ем тосты пластмассовые. Зачем ты купила тогда тостницу? Чтобы есть батон. Ой, смотри, пластмассой пахнет. Фу. Воняет, я бы сказала. Что еще? После того, как вы поместите ломтики хлеба в отделение для тостов, они опустятся, и тостер начнет работать в соответствии с выбранными вами настройками. А если, например, все горит, мне надо вытащить, что делать? Назад. Переворачивать. Нажать на кнопочку, например. Давай посмотрим, как это выглядит. Вот так. Ну, прикольно, когда они выпрыгивают, падают на пол, там, я не знаю. Как доставать? Он же горячий. Потому что нужны тосты, а не горчичный батон. Ты что ты купил? Так. Что ты попросила? Давай смотреть, как они будут выезжать. Можно это разогревать лицо перед каким-то перед чисткой. Так пышет оттуда и воняет. Пластмассы. Горит. Да? Да. Я нажму. Так захотелось больше никогда не пробовать. Правда, как его достать? Сгорел. Хлеб сгорел. Как это сделать? Что за фигня? Вилкой. Перевернуть можно вот так вот. Нет, я спрятала. Прикол. Мне кажется, им сейчас нос станет красный. А можно эту штучку использовать? Кто-то пышет теплом. У меня есть специальные красные щипцы, видела? Вообще косяк, конечно, представляешь? Конечно. Я вот не ем просто, я ем горчичный батон. Вот как его доставать? Что за прикол? Его надо было погружать, не так даже. Блоком? Да. Подожди, если... Ну, я так и пыталась. Знаешь, как говорят? Если ноги от ушей, то руки из жопы. Да у кого это? А, можно было вот в этой штуке опустить. Неси еще.
кучу гаджетов, чтобы тупо поджарить хлеб. Я вообще делаю на сковородке. Так, мы нашли отличное решение, как справиться. Засунем барбекюшницу с этой проблемой. Не? Нормально. Так. Ну так наглядно видно, как это все происходит медленно. Да, установим поменьше температуру. Сколько градусов? 2. Че, 2? 2. -2. Ждем. Горчичный батон. Мне кажется, он не поджарится, а он уже слишком широко. Подожди, подожди, друг. С этой стороны поджарится. Да не трогай, сейчас и будет все видно. Насколько это крутая канистра. О. Три звонка, как в театре. Ну и чё? Может, типа готово? Нажать на кнопку? А если не нажмешь, то он тупо сгорит? Ничего не изменилось. Давай еще побольше. Подожди, он выбрал первый режим, прикинь. Почему? Он понял, что ты барбекюшню сюда засунула? Нет. А смотри, можно одновременно две кнопки нажать. Да, это надо 4 нажать. Зачем? Там слишком много букв. Что-то неохота ничего читать. Единственное решение — покупать квадратный хлеб. Да? Вот. Барбекюшница. Надо еще одну барбекюшницу, чтобы еще вот сюда погружать. Да? Можно заказать дополнительную барбекюшницу? Барбекюшница — это вообще самое главное, мне кажется. Я вообще расстроилась. Что это за такой тостер, блин? За тридцатник, который вообще ни хрена не жарит хлеб. Подожди, все он жарит. Просто нужна еще одна барбекюшница. Да и столько гаджетов к нему нужно, ты посмотри. Просто так хлеб не вытащить. Надо было температуру поставить. Интересно. Нижний подгорел. Немножко, он просто близко. Ну ты покажи, как ну, горячий. Подгорел. Да. Ну и что ты думаешь по поводу этой покупки? По поводу этой канистры? Говно. Нет, давай еще раз, я пошутила. Что ты думаешь по поводу этой канистры? Ну, честно, цена, конечно, на нее завышена. Ну, что сказать. Я на сковородке жарю. Нет. На костре я не пробовала жарить. Палку втыкаешь какую-нибудь? Что-то он красивенький. В цвет чайника. Он цвет чайника, Петь? Точно?